Электрические тягачи Volvo без кабины и водителя приступили к перевозке контейнеров. Рабочий дебют новинки состоялся в порту шведского Гетеборга. Самоходный модуль под названием «Вера», разделивший силовые агрегаты с электрическими грузовиками Volvo FL и FE Electric, разработан специально для работы в логистических центрах, заводах и портах. «Вера» — это совместный проект компании Volvo Trucks и датской мореходной фирмы DFDS. Запущен он пока в тестовом режиме. Беспилотники ездят с максимальной скоростью 40 км в час по заранее прописанным маршрутам от склада грузовой компании до портового терминала. Все автомобили объединены в сеть и подключены к облачному сервису, а их работу контролирует оператор на диспетчерской вышке. Лондонский автосалон умер, но конкурс элегантности «Салон Приве» близ Оксфорда привлекает производителей спорткаров. В сентябре выставку посетит экзотическая марка «Тушек», основанная словенским гонщиком Алешей Тушеком. Модель TS900 Apex, строго говоря, не новинка. Впервые гиперкар показали еще в прошлом году, и серийное производство так и не развернуто. Но в последние месяцы фирма занималась гоночными тестами и доводкой электроустановки. Гибридная система состоит из бензинового V8 от Audi и пары электромоторов на передней оси. Питаются они от пары литиево-ионных батарей общей емкостью в 15 кВт-часов. Суммарная отдача гибридной установки без малого 1000 лошадиных сил. Это много даже для гиперкара, но не рекорд. А вот снаряженная масса в 1400 кг – показатель завидный. Несмотря на подробные характеристики, в секрете пока держат и цену, и дату начала продаж.